Немножко хотела поговорить с вами о теме. Она сегодня такая очень насущная на наш день. Это больше, наверное, будет к нашей церкви относиться. Часто у нас есть темы, которые мы говорим в глобал, но часто есть темы, которые нам нужно поговорить с нашей семьей, там, привести некоторые вещи в порядок, поставить на места. Хотя я верю, что это слово может коснуться и также наших глобальных братьев и сестер. Помашите им туда в экранчик, повернитесь, скажите, мы вас любим, мы вас чувствуем, мы вас видим. Вот. И я хочу поговорить о таком сезоне, в котором может находиться наша церковь, и может в которой кто-то еще находится лично. Называется «Когда Господь медлит». Называется «Когда Господь медлит». Есть такие сезоны, где Бог отвечает быстро на молитву, но есть такие сезоны, которые ты чувствуешь, ты в каком-то вот зависшем состоянии. Ты молишься, ты провозглашаешь, тебе были высвобождены, может, какие-то пророчества сильные, там сны Бог давал сильнейшие, что ты там двигаешься, ты там бесы прямо от твоего присутствия вылетают, знаете, слава покрыла там везде, куда ты заходишь. И если вы будете наблюдать за жизнью нашего центра, то на протяжении, наверное, 2-3 лет очень много высвобождалось разных пророческих слов, высвобождалось очень много разных снов, видений, было очень много провозглашений. И если посмотреть на некоторые вещи, то часть из них мы видим исполнившейся, но большая часть мы еще как бы не видели ее исполнившейся. Да? И сразу как бы у людей начинают подниматься вопросы. 3 года прошло со времени этого пророчества, почему еще ничего нету? Почему Бог не двигается? А может, это мы вышли из воли Отца? А может, мы что-то неправильно делаем? А может, мы не туда идем? Почему ничего не происходит? И часто враг, что он делает? Он просто берет эту ситуацию и начинает посылать тебе туда твои мысли, чтобы остановить тебя, чтобы ты опустил руки, чтобы у тебя пропала вера, чтобы ты просто ничего больше не делал и вернулся на ту же самую скамейку, где ты, может, раньше сидел, или просто вернулся в свою жизнь, где ты ничем не занимался, просто вот жил, знаете, вот как червячок. Он просто живет, кушает, живет, да? И смотрите, и это как бы немножко будет продолжение моей прошлой темы, о которой я говорила, знаете, эпидемия скоростного пробуждения, когда мы молимся, мы хотим, чтобы вещи происходили сейчас, чтобы вещи происходили. Вот я помолился, и через неделю что-то бабахнуло, или там через месяц максимум, Господь, даем тебе срок, а если нет, все, я вешаю ключи, как говорится, на крючок, и я просто ухожу, да? Вот. Почему происходит так? Почему Господь медлит иногда? Что происходит в это время, когда Господь медлит? Я просто начала Богу задавать эти вопросы. Я говорю, Господь, зачем ты допускаешь эти моменты, где нам приходится, я говорю за историю всего центра, оглядываясь 10 лет назад, я говорю, почитайте, Господь, зачем ты вот доводишь до таких моментов, что часто просто вот люди, вот они, не дожидаясь какого-то нового сезона, часто мы теряем людей, и это больно для нас. Это больно, и как же так же и для них, и для нас. Потеря — это всегда, две стороны всегда болеют. Я говорю, Господь, почему ты это делаешь? Почему ты вот... делать как-то все как-то легче, как-то быстрее, чтобы вот люди поверили, убедили, что ты двигаешься, и столько бы людей было бы сохранено, столько бы людей мы не потеряли. Почему, Господь, ты медлишь? И он сразу повел меня в место в Писание. Он сразу дал мне ответ. Очень часто Бог, когда отвечает мне, он меня ведет в Писание, он мне дает места разные. Поэтому я верю, что действительно в Библии ты можешь найти ответы на свои вопросы, на любой сезон своей жизни, ты можешь пойти в Слово, и он там тебе ответит. И вот он повел меня в такое место. От Матфея, 14 глава, с 23 по 32 стих. С 23 по 32. И вы эту историю все знаете, читали с детской Библии, еще с воскресной школы вы ее знаете, но сегодня я хочу вам приоткрыть немножечко другую сторону. Итак, эта история произошла, когда после того, как Иисус сделал большое чудо, да, накормил 5000 людей, небольшим количеством рыбы и хлеба,
И потом написано, что после этого Иисус удалился на гору молиться, проводить время наедине с Отцом. Это было вечернее время, а ученики просто сели в лодку и решили переправиться домой обратно, на другую сторону. И вот смотрите, с 23 стиха. «Расставшись с народом, он поднялся на гору, чтобы помолиться в одиночестве. Когда наступил вечер, он был там один». То есть Иисус, да? Дальше. «А лодка была уже на расстоянии многих стадий от берега. Она боролась с волнами, потому что ветер был встречный». И потом написано, что на рассвете Иисус направился к ним, он шел по морю. Но до того, как наступил этот рассвет, давайте немножечко окунемся в этот маленький отрезок, что с учениками происходило, да? Вот смотрите, вечереть стало, они сели в лодку, переправляются. И вот это все время от вечера до рассвета, по Библии, когда Иисус уже начал идти к ним по воде, это была уже четвертая стража, то есть это с 3 до 6 утра. То есть, получается, весь вечер и всю ночь они были оставлены сами, как бы сами по себе. Они были оставлены сами как бы сражаться с этой бурей, с этим ураганом, этот ветер, который шел против них. Я уверена, что если бы была бы спокойная погода, они бы, наверное, за часик уже переплыли это озеро. Озеро там абсолютно не такое уж и большое. Ну, их взяло всю ночь до 3 утра, эти бедные ученики, они уже, наверное, на последнем издыхании, уже эти весла уже не могли держать, они сражались, они пытались, они делали все, что могли, только бы удержаться на плаву, только бы не утонуть, и, наверное, они, как бы, я уверена, что как бы, в мыслях у них возникал вопрос: ну, Иисус, ну где же ты, неужели ты не видишь, что мы тут погибаем, почему ты медлишь, почему ты не идешь нам навстречу, Иисус, где ты? Он там себе, главное, на горе молится, проводит время с Отцом, а мы тут как бы погибаем под штормом. Знаете, как бы справедливый вопрос. Иисус, ну ты же все знаешь, ты можешь мысли читать. Ты уверен, что ты чувствуешь в духе, что мы тут сейчас просто умираемся? Но интересно, я вот заметила, что у Иисуса есть такая черта характера, что он любит задерживаться. Вспомните историю с Лазарем, да? Когда ему сказали первую весть: Иисус, Лазарь, твой лучший друг заболел. Иисус не кинулся сразу быстрее молиться за исцеление, за восстановление. Нет, он ждал, пока Лазарь умрет и завоняется, еще 3 дня полежит там, да? Посмотрите также другую притчу, да, о 10 девах, мудрых и неразумных. Написано, что тоже и жених, что? Задержался. Так задержался, что все там позасыпали. И мудрые, и глупые, все позасыпали. То есть никто не дождался. У Иисуса есть такая черта. Он любит задерживаться. Я говорю: Господь, зачем ты это делаешь? Неужели тебе как бы не жалко было этих учеников? Они там бедные, наверное, уже и покаялись, наверное, и уже на небо уже готовы были там уйти уже. Вот. Интересно, что тут же, но интересно, что, смотрите, такой момент, что если вы будете читать Библию, незадолго до этого, да, когда они были оставлены сами сражаться с бурей, незадолго до этого у них был такой интересный эпизод, где они также были в лодке, они также были посредине моря, также была буря, но Иисус был с ними в лодке. Помните, когда началась буря, если вы пойдете в 8 главу Матфея, вот буквально незадолго до этого, Иисус был с ними в лодке, началась буря, ученики в панике, мы погибаем, мы тонем. Иисус сказал: успокойтесь, все хорошо, он приказал буре, то есть он все сделал за учеников. Он все сделал за учеников, он как бы преподал им теорию, он преподал им как бы хороший урок. Смотрите, какая власть у меня есть и какую власть вы будете также иметь. И вот здесь... Как обычно, после теории всегда наступает практика, и уже Иисуса в лодке нет, и надо что-то делать. И вот я говорю: Господь, вот почему ты любишь задерживаться, почему ты нас любишь бросать в такие ситуации, где вот реально выживает не то, что сильнейший, ну я не знаю, может действительно сильнейший выживает, или самый настырнейший, или самые какие-то, я не знаю, упрямейшие, но маленькое количество именно выживает вот после твоих практических таких, знаете, уроков. И вот смотрите, я хочу немножечко вам объяснить, что именно означает этот период, когда ученики были оставлены сами с собой. Именно этот период до 3 часов ночи, это была третья стража, да, обычно с 12 ночи до 3 утра, это третья стража. И обычно это самое темное время суток, вот с 12 до 3, как раз когда они там сражались в море, это самое темное время суток. И если сравнивать с сезоном нашей жизни, это самый тяжелый сезон в нашей жизни.
где нам кажется, что мы оставлены как бы сами по себе, что как бы ты призываешь Иисуса, а помощи нету. И эти атаки на тебя, удары эти сыпятся, ты не знаешь уже, куда голову закрывать. И ты действительно уже начинаешь под вопрос задавать: Иисус, ты вообще со мной? Иисус, я вообще в твоей воле нахожусь? Иисус, ты вообще меня слышишь? Или я? И ты начинаешь уже и свои грехи проверять, и внутренность перепроверять, а ничего не помогает. А Иисус просто молчит. Итак, смотрите, этот сезон. И я верю, что вот наша церковь, она довольно-таки находилась некоторое время именно в тяжелом сезоне, где мы, вот кто находится, да, здесь уже некоторое время, вы чувствовали именно этот тяжелый сезон, где тебе кажется, мы как бы своими силами, мы делаем то, что мы можем, но как бы не чувствуется какого-то прорыва, какой-то вот сушняк, и ты не поймешь, в чем дело. Мария, говорю, и я опять же говорю: Господь, почему ты именно допустил этот момент? И тогда Бог просто начал объяснять, что происходит в тот момент, когда Господь медлит. Почему Он, Господь, иногда медлит? Что это делает в нашей жизни? Итак, согласитесь, все, что достается легко и быстро, обычно это незначительно в нашей жизни. Вы заметили? Посмотрите на служения, может, которые открываются вокруг вас. Посмотрите, может, на служителей, которые быстро поднимаются. Все, что дается без цены, очень легко и без сны, оно обычно незначительно. Оно как вспыхнуло, оно так и потухнуло. Okay? И смотрите, именно в этот момент, когда тебе кажется, что Господь медлит, первое, идет интенсивная подготовка твоего сердца и личная трансформация. Именно в этот период, такой темный период ночи, где ты сражаешься сам с этими волнами, где все течение, все идет против тебя, и ты не знаешь, вообще выплывешь ты живым или нет. Именно в это время Дух Святой начинает трансформировать твое сердце. Он работает над твоими старыми привычками, грязными какими-то тайными вещами, грязными тайными мотивами, которые должны умереть. Именно в это самое темное время они должны умереть. Иногда Бог почему оттягивает время? Потому что Он дает нам благодать, Он дает нам больше времени. Потому что то, ребят, то, во что мы реально входим, то, что Господь готовит для нас, уже приготовил для нас, и то, что уже готово излиться, мы не сможем войти туда со своими старыми, неразобравшимися какими-то вещами. И каждый из нас знает, что это за тайная вещь, которая, ты знаешь, что она противна Богу, но она мне так нравится, и мне так трудно ее отпустить. Эти вещи должны умереть, эти вещи должны полностью остаться. Наше сердце должно трансформироваться в Его. Смотрите, давайте прочитаем Колоссянам 1 глава с 26 по 28 стих. Здесь именно описывается этот период, что Бог работает, как Он работает над нашим сердцем, что за подготовка идет внутри нас, подготовка именно к этому большому излиянию, куда мы идем. Я буду читать с нового перевода, а с обширного перевода, поэтому он может немножечко будет отличаться от вашего. Итак. Тайна, которая была скрыта веками и поколениями от ангелов и людей, но сейчас открыта его святым людям, которым Бог был рад открыть богатство славы этой тайны, что есть Христос. Смотрите, ключевые слова. Живущий внутри нас и среди нас. Он есть надежда нашей славы. Его мы проповедуем и провозглашаем, предупреждая и наставляя каждого в мудрости и понимании путей Бога, чтобы представить их пред Богом взрослыми, завершенными и совершенными в помазанном Христе. То есть, смотрите, в это время идет созревание твоего духа, созревание твоего сердца. Мы не можем туда, куда мы входим, мы не можем быть наполовину с Богом и наполовину там еще за какие-то старые вещи держаться. Ключевые слова. Мы должны достигнуть состояния, когда Христос живет в нас. Невеста, которую Бог поднимает в последнее время, это не та невеста, которая будет ходить вместе с Иисусом и вместе с Ним делать дела на земле, вместе с Ним распространять царство по земле. Нет. Это будут категории людей, в которых Иисус займет настолько, что люди не будут отличать, где уже Иисус, а где человек. Характер этих людей настолько будет не от этого мира, настолько это будет небесный характер, что
люди будут читать Библию и смотреть на тебя, они не будут видеть разницы. Вот эта вот невеста поднимается. И знаете, мне так смешно иногда смотреть эти фильмы, да, христианские, когда они описывают восхищение. Кто-нибудь смотрел о восхищении церкви, да? Летят люди в самолете, и там, вух, не стало, там тапочки там какие-то лежат, свитерки там какие-то остались, да? Я не верю, что это так будет. Вы знаете, я верю, что в то время, в которое мы входим, Иисус настолько будет занимать свою невесту, тебя, меня, твоего соседа, мы настолько будем захвачены Христом, что когда придет восхищение церкви, мы вместе с Ним, мы просто трансформируемся, и мы просто с Ним уходим. То есть Иисус, живущий в нас, Он просто поднимается, и Он захватывает нас. И я верю, что мы будем знать, когда это будет. Да, может, мы не будем знать дня и часа, но мы будем знать сезон, что Иисус готовится уходить. Как было восхищение в первый раз. Помните, когда Иисус послал сюда, перед тем, как послать Святого Духа, Иисус первый раз поднялся на глазах у всех. Я также верю, это будет просить Его невеста. То есть Он в своей невесте будет восхищаться. Он в своей невесте будет возвращаться обратно. То есть, я говорю, это категория людей, которые еще земля не видела. Мы еще не видели, я не знаю, я еще не видела людей, настолько захваченных Христом, что ты уже не можешь отличить, где Христос, где человек, потому что все человеческая натура, она умерла. Вот это вот зрелость. И поэтому Иисус, Его мечта поднять зрелое тело, как мы до этого немножко говорили, не будет излияния, когда готовы несколько лидеров, там твой, или пастырь, или домашний, или лидер твоей домашней группы. А мы все вот под шумок, мы заскочим в это излияние. Нет. Богу нужно приготовить все тело, чтобы изливать от Духа своего. Чтобы войти, все тело должно быть готов. Поэтому идет интенсивное, Бог ждет. Да, может, ты уже готов, ты, может, уже настолько свят, и уже настолько характер Иисуса в тебе, что ты хоть сейчас уже готов возноситься. Но не забывай о своих братьях и сестрах, которые рядом с тобой. Просто начинай ходатайствовать за них. Иисус, просто приведи также их к зрелости. Это все не насчет тебя. Иисус хочет поднять всю невесту, а не только тебя, такого святого и правильного. Вот, поэтому Иисус иногда медлит, чтобы дать больше времени, потому что Его сердце болит. Он хочет видеть больше и больше людей, захваченным Его Духом. Поэтому это то, что Бог готовит. Иисус в невесте, и невеста в Иисусе. Уже нет больше человек, Иисус, уже Иисус в человеке, человек в Иисусе, и уже не видно, где начало, где конец. Мы одно. Именно в это мы идем. И для этого нам нужно разобраться со своей грязной внутренностью, со своим грязным сердцем, со своей тайной жизнью. В этом и есть вся зрелость. И Дух Святой помогает, Он приготовляет тебя. Потому что когда придет излияние, люди думают, о, придет излияние, и вот все от меня автоматически поотлетает. Ты туда не войдешь, ты просто не сможешь, ты просто встанешь снаружи, ты будешь наблюдателем, ты не сможешь двигаться в том, в чем будет двигаться Его невеста, которая приготовлялась, которая брала время, которая работала над собой, умирала для себя. Поэтому Бог, Он дает время, чтобы больше и больше и больше людей попали в это число. Смотрите, второе. Что происходит в то время, когда Господь, как нам кажется, медлит? Хотя это в нашем понимании Господь медлит. На самом деле Господь не медлит, окей? У Него все в правильное время. Но для нас кажется, что медлит, окей? Второе. Он вырабатывает непоколебимую веру. Окей? Почему наше христианство слабое в эти дни? Потому что мы часто зависим от обстоятельств, да? Смотрите. Вот если будет сегодня сильная команда поклонения, которые поют профессионально, вот я выйду наперед, я как буду поклоняться, вот и меня тогда коснется, а вот не будет кому петь, ну что мне тогда здесь делать, что это за прославление, знаете, и у нас сразу как бы дух как бы гаснет, и ты уже так чисто уже переждаешь это время, чтобы быстрее. Вот если будет мой любимый проповедник проповедовать, который касается моей внутренности, вот тогда я переживу Бога, а нет, знаете, все, служение прошло зря для меня, такие маленькие ситуации. Вот если будут обстоятельства мне позволять, что я ни в чем не буду нуждаться, я буду двигаться, я буду служить людям, я буду... А вот если нет, ну, Господь, пока ты не справишь все мои сферы, я никуда двигаться не буду, знаете? И мы вот разные, у каждого разные условия мы ставим Богу. А вот где эта категория людей, которые вот настолько будут верить? Или такое есть, Господь? 2 года я жду своего пророчества. 3 года мне назад пророчествовали. Даже близко нет того, о чем ты пророчествовал. Знаете, мы разочаровываемся, мы опускаем руки, все. Я больше не хочу двигаться. Это все было ошибкой. Бог этого не говорил.
А вы знаете, что есть поколение святых в Библии даже? И даже предыдущие поколения, которые молились Богу о том, в чем мы сегодня ходим. Они не видели этого, они умерли. Они ходили с мечтой в своем сердце, но они так и не дожили до нее. И это наследство, оно передалось нам. Сейчас они облако свидетелей на небе. И сейчас они наблюдают, они радуются за нас. Они видят плоды своих молитв. Мы не просто так здесь появились, поверьте. Да, мы молились, да, мы платили цену, да, мы что-то делали со своей стороны. Но если бы не было поколения предыдущего какого-то, о которых никто не знает, мы только на небе узнаем, кто они. Они молились, они мечтали, но они не дожили до этого. Они только сейчас на небе могут видеть. И вы знаете, насколько Бог это ценит, насколько Богу это дорого. И даже такие, поэтому, когда вы читаете книгу Евреям, да, он перечисляет там всех этих людей, такие как там Авраам, Исаак, Иаков, там, они, очень много людей. Они жили, они ходили в обещании Бога всю жизнь. Но они так и не увидели своими глазами здесь на земле эту мечту. Бог сказал Аврааму, у тебя будет столько наследников, у тебя будет столько потомства, как звезд на небе. Но все, что Авраам увидел, это только Исаака, и то, которого чуть не пришлось убить, понимаете? И тем не менее, он продолжал верить, он продолжал стоять на обещании Бога, он не сдавался. И Бог это настолько оценил, поэтому он стал другом Бога. Авраам назван другом. Это в то время, когда не было Святого Духа, когда не было крови Иисуса Христа, когда не было еще всего этого, и он был другом, Бог его назвал другом. И Господь, я мечтаю об этом. Мне все равно. Да, ты мне дал мечту, да, ты мне много обещаний дал. Да, я буду делать все, что я могу, моими силами. Я буду молиться, я буду искать, я буду верить. Но я все-таки верю, что наше поколение немножечко отличается от этого поколения. Я знаю, что в последнее время вещи убыстряются, вещи ускоряются. И я верю, что мы все-таки увидим. Но, я говорю, Господь, даже если и нет, это не заставит меня остановиться молиться, ходатайствовать, верить, и я буду поклоняться тебе сегодня так, как будто я уже живу в пробуждении, как будто я живу уже в последнем излиянии. Я не буду ждать этого излияния, чтобы потом начать прыгать здесь, радоваться, знаете, там, отдаваться. Нет, я уже сейчас живу так, как будто я уже нахожусь в пробуждении. Понимаете? И в этом и есть секрет веры. И это то, что Господь хочет выработать в нас. Непоколебимая вера, несмотря ни на что, несмотря на сколько долго это возьмет, несмотря на сколько усилий тебе придется приложить. Ты веришь, как будто ты уже в этом живешь. Я говорю, просто перечитайте еще историю Авраама. Этот мужчина мне просто всю жизнь... Это хорошо. Смотрите, у нас есть церковь, у нас есть братья, у нас есть сестры, у нас вот друзья. Бывает иногда вот придавить там эмоционально, там уже ничего не хочется, там депрессия. Там придешь на свою домашку, да, и там тебе помолятся, промолят, подбодрят. Он, бедно, у него никого не было. Никого, он по пустыне ходил один. Уже 100 лет мужику, а он продолжает, ходит, верит в потомство. Никто его не ободрял, никто за него не молился, никто там бесов депрессии из него никто не выгонял. Он просто ходил и верил. Смотрел на звезды, считал песок и просто верил. Господь, что это за вера? Что это за непоколебимость? Я верю, что последняя невеста последнего времени, она будет ходить в этих качествах. Непоколебимая вера, несмотря ни на что. Вижу, не вижу, чувствую, не чувствую. Я буду все равно молиться, я буду все равно искать, я буду все равно, знаете, жаждать. Третье, что Бог хочет достигнуть. Бог приводит тело в единство. Как я уже говорила, это не только насчет тебя. Чтобы вот тебя подготовить одного, и чтобы ты был готов, ему нужно подготовить все тело. Давайте мы прочитаем в подтверждение этому к Ефесянам, 4 глава, с 12 по 13 стих. Опять же, я буду читать из английского обширного перевода, переведенного на русский язык. Поэтому следите. 12. Его намерение, чтобы... то есть намерение Бога, чтобы полностью снабдить и усовершенствовать всех святых. Святых, то есть это посвященных ему людей. Окей? Святых — это не безошибочных, а святых-посвященных ему людей. Чтобы они делали работу, строя тело Христа, что есть церковь.
У каждого из нас есть работа, у каждого. Если ты святой, если ты отделенный, посвященный ему человек, у тебя есть работа, ты должен строить его тело. Неважно, где ты это делаешь, неважно, как ты это делаешь, но если ты помогаешь кому-то, созидаешь кого-то, даже если это один человек, ты помогаешь ему взрослеть, ты уже делаешь его работу. И это будет до тех пор, пока мы не достигнем единства в вере и полного и точного знания Сына Бога, чтобы мы вошли в зрелость, опять же, завершенность характера, что есть не менее, чем стандарты совершенства самого Христа, и полнота и завершенность, найденная в Нем. Okay? Чтобы мы, пока мы не достигнем единства и полного и точного знания Сына Бога. Посмотрите сейчас на наши церкви. Каждый ухватился за какую-то одну часть истины, да, и он вцепился за нее, а все остальные истины мы часто, знаете, мы просто их попираем ногами, мы, это не от Бога, это от дьявола, это все. Но Бог сейчас, говорю, поэтому Бог сейчас поднимает ходатаи в последнего времени. Okay? Ходатаи, которые даже дома, Бог тебя просто поднимает и начинает просто твой дух ни с того ни с сего молиться: Господь, пусть придет единство в твое тело, пусть придет единство к твоим детям. Потому что Бог не будет изливать только на Transformation Center, окей? Бог не будет только на нас. Бог ждет, пока все церкви наконец дойдут до этого. Слушай, для чего мы здесь по-настоящему? Чего мы хотим? И я знаю, что придет это время, когда молитвенное движение, оно будет объединять церкви. Оно будет объединять лидеров. Оно будет объединять пастырей. Пастыря наконец-то поймут, что нам, нашей нации, нужен Иисус. Не будет уже вопрос, кто будет лидерствовать, кто, какая церковь самая главная, какая церковь самая правильная. Мы все как один, мы склонимся на колени, и мы будем просто просить, чтобы Бог, чтобы пришла слава в нашу нацию, пришла слава в наше поколение. Неважно, как называется твоя церковь, неважно, что ты исповедуешь. Я имею в виду, ну, естественно, библейские истины какие. Вот, мы не говорим там о мормонах, там, да, еще что-то. Я имею в виду, то есть, евангельские христиане. Поэтому я верю, что вы увидите, что как бы и пятидесятники, и харизматы, мы все, и баптисты, мы все объединимся, неважно, в косынке ты, не в косынке ты, мы будем искать его лица, мы будем ходатайствовать за эту землю. Поэтому сейчас Бог приводит в зрелость, Бог подготавливает церкви, Бог подготавливает детей из разных конфессий, чтобы потом, через их молитвы, чтобы потом излить от Духа твоего. Знаете, мы настолько видим эту маленькую картину, мы настолько просто видим маленький кусочек нашей картины, и мы говорим, если что в нашей картинке какие-то пазлы не складываются, мы говорим: Господь, не работает, Господь, почему ты не молчишь, почему ты не двигаешься, Господь? А вы не понимаете, у Бога идет глобальная работа, у Бога идет глобальная подготовка. Ты не единственный на его списке, ты не единственный в его картине, потому что его мечта захватить все церкви огнем, его мечта захватить всех пастырей огнем, объединить их, и тогда молитва начнет делать великие глобальные вещи. Да, я просто еще раз говорю, что я настолько устала от быстрых вспышек, которые заканчиваются через 2 месяца, которые заканчиваются через год или заканчиваются даже через 2 года. Даже это если пробуждение 5 лет, это все равно вспышка. Если она закончилась, это вспышка. Я так устала видеть, когда излияние происходит на незрелых людей. Почему часто люди теряют пробуждение? Потому что люди незрелые. Они не знают, что с этим делать. Знаете, потом вырабатываются какие-то неправильные мотивы, потом блеск начинает тебя ослеплять от твоих дел, от твоих даров и талантов. Знаете, вот как мне просто надоело эта незрелость и вот эти быстрые вспышки. Господь, действительно, нам нужно что-то настоящее, что действительно уже не остановится. И наши дети будут ходить, и мы будем ходить в нем, и наши дети будут ходить в нем. Это не остановится аж до прихода Иисуса Христа. Бог делает глобальную работу. Нам просто нужно просто понять это, поверить в его план, набраться терпения, работать, наше дело работать, наше дело молиться, наше дело поститься, наше дело подготавливать людей, наше дело культивировать атмосферу, чтобы он мог двигаться, как он хочет. И Бог знает. Я говорю, это просто придет так неожиданно, что это может прийти в любой момент. Понимаете? Вот. Итак, 3 вещи, что Бог делает. Интенсивная подготовка сердца и твоя личная трансформация. Он вырабатывает твою непоколебимую веру.
И Бог приводит тело в единство. То есть три самых вещи, которые Он для меня выделил. Okay. И смотрите, дальше мы дочитаем все-таки эту историю. Я не буду вас долго держать, мы уже почти заканчиваем. Итак, значит, вот они всю ночь они борются, они сражаются, они сами своими методами, как могут. Итак, на рассвете Иисус направился к ним. Он шел по морю. То есть это четвертая стража ночи с 3 до 6 утра. Наконец-то забрезжил где-то рассвет. Да? Самый темный момент уже начал рассеиваться. Он шел по морю. Когда ученики увидели, что он идет по морю, они перепугались. «Это призрак!» — закричали они в страхе. «Успокойтесь, это я! Не бойтесь!» — тотчас заговорил с ними Иисус. Тогда Петр сказал ему: «Господь, если это ты, вели мне пойти к тебе по воде». «Иди», — сказал он. Петр вышел из лодки и пошел по воде, направляясь к Иисусу. Давайте мы пока здесь остановимся. Опять, я еще напоминаю, мы эту историю немножечко с другой стороны читаем, то есть там, где Петр испугался и забоялся, мы сейчас пока это не трогаем, мы сейчас это не акцентируем на это внимание, да? Итак, Иисус вышел к ним именно в четвертую стражу ночи. Что символизирует собой четвертая стража ночи с 3 до 6 утра? Это уже когда наступает рассвет, это уже новый день, то есть самый темный сезон уже в твоей жизни проходит, где ты, кажется, ты был брошен сам по себе, ты молился, ты постился, но как бы Бога особо как бы не чувствовал, и ты думал, что Он тебя оставил. То есть это проходит, идет к тебе Иисус. И опять же, как я раньше говорила, что часто, когда мы молимся о новом, Иисус совсем приходит по-новому, совсем не так, как мы ожидаем. Мне кажется, они ожидали, наверное, что вот если Иисус был в лодке, вот как мы его знаем, вот как в прошлый раз он нам показал, он же был в лодке и укротил всю эту бурю. А нет, а здесь Иисус решил идти по воде. И также в этом сезоне, когда наступает новый сезон, очень много людей, они его не распознают. Okay? Многие люди, они будут чувствовать, вот, наконец-то, мы чувствуем, приходит рассвет, вот наши молитвы, наши посты, мы наконец-то, мы начинаем видеть результаты, вещи начинают выравниваться, вещи начинают меняться. Но будет категория, скажет, знаете, это не Бог, здесь Бога и близко нету. Не знаю, может, кто-то сатаной зовет, может, кто-то никак не назовет, но они его не узнают. Это то, что случилось с учениками, они не узнали своего учителя. Того, с кем они проводили долгие дни, проводили эти люди, общались с Иисусом. Это не была толпа, которая не знала Иисуса или только спаслась. Родные ученики его не узнали. Также не удивляйтесь, если это будет так же происходить и с нами. Много людей не распознает новый сезон. И он сказал: «Успокойтесь, это я, не бойтесь». И тогда Петр сказал ему: «Господь, если это ты, вели мне пойти к тебе». И вот только один Петр, знаете, в этой истории Петр мне символизирует эту церковь, потому что Иисус назвал его, да, «Ты есть камень, на котором будет построена церковь». Именно здесь, в этом отрывке, для меня Петр символизирует церковь первопроходцев. Потому что в то время, как все остались сидеть в своей лодке, знаете, в своей как бы знакомой, как бы, ну, в своей знакомой, как сказать, комфортной зоне, да, спасибо, Петр первопроходец, знаете, он не знал, он просто вот так вот наслепую, он просто поверил, что это был Иисус. Те еще сомневались, потому что если бы они поверили, что это был Бог Иисус, они бы тоже кинулись за Петром. Но они такие: «Не-не-не, ты иди, мы посмотрим. Если не потонешь, значит, действительно Бог. Ну, а если не Иисус, что поделаешь, такая судьба». Вот так вот часто на первопроходцев и смотрят. И вот он: «Иисус, если это ты, я хочу идти». Иисус сказал: «Выходи». И вот здесь заканчивается сезон, где ты сражался своими методами, там сам этими веслами пытался справиться с бурей. Приходит переход из естественного, ты входишь в сверхъестественного. Ты уже не в лодке, в своей комфортной зоне, но ты начинаешь идти по воде, там, где еще никто до тебя не ходил. Это приходит новый сезон, это приходит плод твоей подготовки, твоей веры. Плод того, что ты просто поддался Святому Духу, ты не сдался, ты выстоял до конца. Иисус встретит тебя на воде, ты будешь этим первопроходцем. До сих пор потом никто из них так и не смог пройти. Да, может, потом Петр там где-то испугался, начал тонуть, но дело не в том. Он сделал это шаг, он вышел к Иисусу, и он вернулся в эту лодку живым. И потом, что с Петром было, вы видели, что Петр, он стал действительно фундаментом всей церкви. Что это производит? Поэтому я говорю, этот новый сезон, куда мы входим, вы увидите, как из теории наша жизнь будет превращаться в практику.
все эти откровения, сны, которые у вас были, которые Бог вам давал, пророчества, все это было до этого теорией, мы верили, мы размышляли над этим. Но я говорю, ребят, это новый сезон, куда мы сейчас входим, это станет для нас практикой. Мы входим в сферу сверхъестественного. Поэтому я хочу поблагодарить Бога за это. Спасибо, Иисус, за тех, которые не сдался, за тех, которые выдержали до конца. Я знаю, что мы, может, еще какие-то дорабатываем некоторые вещи, но дело в том, что Иисус уже к нам идет по воде. Иисус уже идет к нам по воде. Он готов нас ввести в сферу сверхъестественного. И Он зовет нас выйти из этой обычной, знаете, знакомой этой лодки. Он призывает нас быть именно этими первопроходцами, сделать то, что никто до этого не делал. Поэтому давайте мы встанем. Я на этом хочу закончить. Мы просто помолимся сейчас, хорошо? Я просто хочу, я говорю, я настолько благодарна за каждого из вас Богу, что вы остались до конца. Потому что я знаю, это было трудно. Я знаю, мы переживали штормы. Я знаю, мы переживали очень много, но мы здесь, и мы не останавливаемся, мы идем, мы готовы идти по воде. Главное, ты должен распознать, что Иисус ждет тебя там. Распознать этот новый сезон, распознать, что Иисус вводит тебя туда. Спасибо тебе, любимый наш. Спасибо тебе, дорогой. Иисус, ты есть наш фокус. Наши глаза на тебе. Спасибо за подготовку. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, любимый наш. Спасибо. Спасибо за то, что ты подготавливаешь эту армию первопроходцев, которые не испугаются ураганов, которые не испугаются штормов, которые пройдут эти самые темные периоды своей жизни. И они увидят тебя, идущим по воде, готовым взять их в сверхъестественную сферу жизни. Спасибо, Отец, за новый сезон. Мы видим рассвет. Мы видим рассвет, и мы видим тебя, идущим по воде. Любимый наш Иисус, ты неповторимый. Ты настолько оригинальный. И все, что ты делаешь, это совершенно. Твой план совершенный. Ты никогда не опаздываешь. Хотя нам это кажется промедлением, но ты все делаешь вовремя. Мы доверяем твоему плану, Господь. Мы доверяем твоему плану, даже если он не совпадает с нашими планами и не совпадает с нашими представлениями о том, как это должно быть, или когда это должно быть, или что должно быть. Мы слепо доверяем тебе, несмотря ни на что. Спасибо, Отец. Что бы ни происходило в нашей жизни, наш дух не обманешь. Наш дух не обманешь. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, любимый. Ты настолько оригинальный. Мы просто захвачены тобой. Мы восхищаемся тобой. Ты захватываешь наш дух. Спасибо тебе, любимый. Ты есть наша награда. Ты есть наше наследие. Ты есть наша драгоценность. Спасибо. Спасибо, Отец. Спасибо тебе за первопроходцев. Спасибо. Это нелегкая судьба быть первопроходцем. Это тяжело. Но это стоит того. Это стоит того. Это почетное звание быть первопроходцем. Почетное звание. Делать то, что никогда никто не делал, и идти туда, куда никто не шел. Платить ту цену, которую никто не платил. Это есть честь. И Он избрал нас. Я знаю, есть также очень много других первопроходцев, которые также в других своих церквях сидят, они молятся, они ходатайствуют. Но мы есть часть этого. Это большая честь. Это большая честь. Это большая честь и привилегия.
Спасибо. Спасибо, Отец.